Добрый день, уважаемые друзья! С вами снова Перпетум, или же Александр, и наш маленький друг Жужик. Знаете что, вот в последнее время Жужик стал недовольным, потому что у меня был нормальный большой сундук, а вот у Жужика его не было. И он чувствовал себя немножко неполноценным, поэтому он сказал: «Саня, ну Шурик, я тоже хочу себе сундучок». Но знаете что, я подумал, что он еще не достоин большого сундука, мужского гигантского сундука. Поэтому я придумал вот такой вот маленький сундучок и сделал ему, чтобы он мог там прятаться, ну или что-то складывать, ну или играться с этим сундучком. По-разному. В этот сундучок я не заглядываю, потому что это сундучок Жужика, я не имею права, это его, можно сказать так, личное пространство, в которое я не имею права вторгаться. Это пространство Жужика. Я бы хотел посмотреть, что там такое интересное в этом сундучке. Но не могу, простите. А теперь давайте все-таки серьезно поговорим, что же это за сундучки. Посмотрите, над ними кружатся какие-то вещи. Я хочу их подобрать, но... О, черт возьми, я не могу их подобрать. С чем же это связано? А связано с тем, что это необычные сундуки. Эти сундуки отображают то, что находится в данный момент в них. В этом сундуке у нас алмазы, над ним крутятся алмазы. В этом сундуке уголь, над ним уголь, здесь меч... Здесь саженец, броня и так далее по списку. Но тут есть еще одна фишка. Видите, тут железная заклепка, железный замок, здесь золотой. Что это значит? А значит это, что золотой сундук с золотым замком в два раза просторнее, в два раза больше, чем обычный сундук. На самом-то деле, это практически те же самые сундуки, что мы видели раньше, только в два раза уменьшенные. Вот в чем дело. И немного улучшенные визуально. Теперь вы можете знать, в каком сундуке у вас что лежит. Вы таким образом можете навести у себя дома настоящий порядок. И можете знать: ага, мне нужен алмаз. Посмотрели, оп, а вот вам и алмаз. Достали и пошли гулять. Положили доски, тут уже крутятся доски. И так далее, и так далее. Давайте теперь же посмотрим, как же можно скрафтить эти невообразимо красивые, ну некрасивые, невообразимо полезные маленькие сундучки. Для того, чтобы скрафтить один такой сундук, нам понадобятся обычные полублоки, сейчас мы их возьмем. Обычные полублоки, расставленные вот таким вот образом по кругу. И один слиток золота. Друзья, была небольшая техническая заминка, но тем не менее мы продолжаем. Для того, чтобы создать этот чудо-сундук, нам понадобятся несколько плит, расставленных вот таким вот образом по кругу. И вот в этом месте мы ставим железный слиток или же золотой слиток. Железный слиток – это обычный сундук. Если же мы поставим золотой слиток, сундук будет в два раза больше. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, большой сундук. Давайте их поставим. Железный и золотой. Разница сразу видна. Золотой, во-первых, красивее. Во-вторых, он в два раза больше, посмотрите. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать по этому моду. Жужик очень доволен этому. Он очень рад. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. С вами был Перпетум, и до новых встреч. Пока!